Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, как всегда. Приехали на очередное погулялка, на погулялку, походилку. Все, начались майские праздники, вернулись обратно в Ярославские земли. Будем здесь лазить. Единственное, с лесами, наверное, нужно будет делать все поаккуратнее, потому что клеща очень много. Мы с Димой, когда ходили, ужас, столько с себя сняли, вот только чуть-чуть сунулись, и уже рой. Вот. Сегодня вечером небольшой выход, здесь же по нашим угодьям. Как всегда, что найдем, будем показывать. Ходим, бродим, пока сигналов что-то не было. Ищем, здесь дорога старая шла вот оттуда, сверху, с урочища, где-то тут. Навигаторы не взяли, ничего не взяли. Пломбочка вылетает. Пломбочка. Вот такая. Глубоко она была. Инга, слышишь? Слышу, и... Иди, Инга, войки, слух. Так, вон та ямка с деньгой. Я здесь советик поднимаю. Но почему-то очень сильно окисленный. Сейчас его не отдерешь. Потом посмотрим. Так, у Любы там сигнал какой-то. Говорит, что-то крупное. Двухчасовое поле, как мы его назвали тогда. И что? Его вторая половина. Что там за крупная монета? Крупная монета. Может, помыть? Так. А мужу искать. И тут, во. Для пятака что-то маловато. Может, не пятак. А что? Что-то зеленое. Зеленое, очень окисленное. Кольцевик, походу. А, нет. Тысяча. Низкопрофиль. Очень окисленный низкопрофиль. Мне подсказывают, что это кольцевик. Да. Я могу ошибаться. У Николая, по-моему, первого были такие низкопрофильные монеты. Ну куда ты своими грязными пальцами, блин? Ладно, потом помоем, посмотрим. Ну что ж, не видно. И нашу колокольню видно отовсюду. Вот так. Смотрите, вот эти кусты, которые издалека нам показались, да, кустами, похоже на то, что там домовая яма. Но ни на одной из карт на этом месте ничего не было. Рядом выскакивает вот такая штука. И очень оно похоже на медное окончание для ножен. 100%. Или от ремня. Не знаю, ладно. Хороший сигнал на терке. Сегодня у нас тетя Люба рвет всех. Да. Я опять да. С гирьками. Пытаюсь. Где? Там она. И кто это? Петры! Да. Стенки. Петры! Петры! Что наша жизнь? Игра! Икра! Икра!
Но медь тут тоже убитая. Ну, у нас почти везде суглинок, поэтому она надо нам не сохраняется. Песочек. Чуть там сверкает. Вот такая. 42-й. Петры. Заклепка от петровских штанов. Еще один глубокий сигнал. Глубокий здесь сигнал достаточно. Не знаю, что это такое. Лужи рядом нет. Луж нет. Варварским образом мы ее... Я ничего не могу сделать. Она... Это низкопрофильник, но что это, я не знаю. Шут его знает. Хрен тут что разглядишь без воды. Ну что-то крупненько. Солнышко заходит. Люб, сегодня молодец, все равно монет надергала. Копеечка, 37-й год. Идем к машине. Ходим, наверное, меньше 3 часов, потому что так. Ну тут точно что-то было, потому что там помойка возле нее. Потом еще сюда вернемся. Так, друзья, побегали 3 часа. Находок, конечно, вообще ни о чем. Вместе с шмурдяком. Люба отмочила пятак какой-то. Будем отмывать, смотреть. Еще что-то интересное. Больше, конечно, ничего интересного здесь нет, к сожалению. Вот. Но мы зато нашли примерное расположение старой дороги. Вот так вот рождаются фотографии в видосах. Луна. Ладно, друзья, до завтра. Завтра будет новый день. Всем пока.